Последнее приготовление и проверки, и вот пошел обратный отчет. Уже в 20-х числах мая новый бассейн на улице Побратимов будет готов принять первых посетителей. Люберчане ждали этого события давно. 25 метров, 6 дорожек, уникальная система очистки, а главное – соленая морская вода. Новый бассейн в Люберцах готовится принять первых посетителей. Для любителей поплавать представители фитнес-клуба обещают самые комфортные условия. Конечно же, вода будет подогреваться. Это нормы 28 градусов для большой чаши, для спортивного плавания. И норма 31-32 градуса для детей малой чаши бассейна. Проверить состояние и готовность не только бассейна, но и всего фитнес-клуба лично приехал глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий. После обстоятельной экскурсии увиденным остался доволен. Я оценил, объект получился добротным, красивым, просторным. Ничего подобного в Люберцах пока не было. Тренажерный зал с новейшим оборудованием. Залы для групповых занятий, бассейн, сауна, детский клуб, просторные раздевалки и душевые кабины, кафе. Все это станет доступно жителям Люберец совсем скоро. Фитнес-клуб на улице Побратимов сможет принять одновременно до 500 человек. Мария Лапычева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ.